Волонтеры – люди творческие и целеустремленные, любят совмещать приятное с полезным. Пока расклеивают объявления, заодно и репетируют. Мы с подружками ходим, расклеиваем объявления, чтобы пригласить ветеранов 5 мая к нам в школу номер 92 на концерт, посвященном Дню Победы. Чтобы самарским ветеранам было приятно выходить из своих домов и гулять, ребята из 92-й школы решили убраться во дворах своего района, где проживают участники Великой Отечественной войны. Я думаю, после нашей уборки ветерана будет приятно видеть наш город чище. Я думаю, они оценят наш труд. Конечно, кроме помощи с уборкой придомовой территории, школьники подготовили для ветеранов творческие подарки. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. В уходе нуждаются не только дворы, в которых живут ветераны, но и их квартиры. Волонтеры с радостью приходят в гости и, засучив рукава, берутся за мытье окон и полов, пыль и ковры. Это как маленькая частица нашей победы. То, что вот случилось много лет назад, я считаю, что современная молодежь должна об этом помнить и никогда не забывать. Ведь если мы будем помнить наше прошлое, у нас есть будущее. Я всегда переживала, что если мы забудем эту войну, она может повториться. И очень хочется, чтобы мы долго, вечно были благодарны, потому что такой вклад внесли сейчас, ну не знаю, возможно сейчас выиграть такую войну. Смогла бы наша молодежь быть такими же мужественными и отважными, как тогда были они в нашем же возрасте? Не знаю. Сами ветераны очень благодарны детям-волонтерам. Говорят, без них не смогли бы так качественно подготовиться к встрече великого праздника. В качестве спасибо рассказывают военные истории и читают стихи. Мы из тех, кто, не зная покоя, отдали Родине силы сполна. Мы из тех, кто 9 мая надевают свои ордена. Генеральная весенняя уборка в Самаре подходит к своему логическому завершению. Город стал безумно чистым, прекрасным, очень приятным. И наша с вами теперь задача поддерживать этот порядок и больше не мусорить. Это «Чисто Самара». Увидимся!